штуку. Карпов. Лигумнов и Карсумс его поддерживают. Карпов бросает, добивает. Карсумс брос. Правоброс. Все, что он сделал после этого броска Карпова, да, и как он здорово все-таки, да, помогает. И в какой-то момент все равно здорово играет защитники Слована, но если бы не брас, я думаю, сейчас бы счет уже был равный. Уже некоторый кураж поймал брас, но я вообще хочу сказать, что весь Слован более куражливо проводит сегодняшнюю встречу, нежели московская «Динамо». Огонька в глазах пока нет. Мы надеялись на то, что он появится, когда «Динамо» забросило свою вторую шайбу. Но развить вот тот успех хозяева не смогли.